Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости канала. Сегодня у нас очередная распаковка очередной посылки с сайта AliExpress. Здесь мужская ветровка, куртка с капюшоном. Ну, в принципе, может быть и не мужская, и женская. Унисекс, короче говоря, потому что имеются различные цвета. Я взял темно-синий, а имеются и черные, и красные, и желтые, и оранжевые. Короче, цветов навалом. Куртка с российским гербом. Короче говоря, давайте откроем и оценим ее. Посылка дошла меньше, чем за 3 недели. Пункт выдачи упакован в черный почтовый пакет. Внутри еще один пакет на замке. Вот такая упаковочка. Ну, пакет под замком. Вот сама куртка. Ну, ветровка. Вот доталкивающий материал. Что-то мне кажется маловато. Ну ладно, сейчас померяем, посмотрим. Но смотрим, прошивка. Ну, прошивка аккуратная. Нитки нигде не торчат. Запаха постороннего нет. Ядовитого, как раньше были такие запахи. Ну, пахнет новой вещью. Молния отстегивается. Молния работает. Вот такой принт на груди. Герб российский. На спине тоже вот такой принт. Не знаю, как при стирке будет держаться или нет. Ну, куртка без подкладки. Как я сказал, имеются различные цвета. Здесь 2 кармана. Внутри карманов нет. Нет, подкладочка есть. Подкладочка есть. Ну, просто обыкновенная ветровка. Цена 1200. Здесь вот имеются затяжки такие, чтобы можно было подтянуть. Нитки нигде не торчат, как я уже сказал. Все прошито чики-пуки, короче говоря. Сейчас я ее примерю. Так, чуть-чуть маловато. Надо было больше брать. Надо было брать 4XL. Конечно, но у меня размер 50-52 российский. Ну, как я по отзывам. Ну, в принципе, ничего. Немножко рукава коротковаты. Можно было бы взять чуть подлиннее. Да. Ну, так, в принципе, ничего. На лето пойдет. Но на свитер уже не оденешь. Нет, маловато. 4XL. На размерчик больше надо было брать. Ну, так, в принципе, куртка. Ничего. На лето пойдет. Вот. Так, в принципе, ничего. Капюшон. Здесь можно подтянуть в поясе, чтобы не поддувало. Вот таким макаром. Ну, вот такой куртец, друзья. Ну, в принципе, куртка смотрится нормально. Чуть-чуть маловато, конечно. Надо было взять на размер побольше, но ладно, не беда. Проношу. Смотрится отлично. Главное, что взял только из-за принта. Вот. Взял тоже подобную футболку с принтом российского герба. Ну, в принципе, на этом и все. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Канал шопинг на интернет. Подписывайтесь в ютубе, на ютубе лицей. Вот ссылочка на куртку будет в описании под видео. Может, кому-то и понадобится. Всем доброго, до свидания, удачи, пока.